Почему кроссоверы стремительно продолжают набирать свою популярность? Ответ очевиден. Сочетание выдающихся габаритов и отличной управляемости на любых типах покрытий – выбор тех, кто ценит свою безопасность. Однако при выборе резины следует учитывать все особенности вашего автомобиля. Поэтому я настоятельно рекомендую специальные шины Goodyear и Fishing Grip SUV. Учитывая, что большинство современных кроссоверов относятся к премиум-сегменту, важнейшим критерием для их владельцев является комфорт, в том числе и акустический. Один из главных козырей Goodyear и Fishing Grip SUV – технология Quiet Tread. Это эффективный тандем из амортизирующего каркаса шины и шумопоглощающего протектора. Но на этом инновации не заканчиваются. Надо сказать, что это шины самого последнего поколения, предназначенные для автомобилей SUV. Или 4x4. Это шина, которая призвана заменить собой шину Wrangler HP All Weather, достаточно известную и давно выпускающуюся. Это шина, которая шла также на первичную комплектацию. И это будет не только адекватная, но значительно более эффективная замена таких шин, предназначена и специализирована для тех внедорожников, которые выпускаются сейчас. Это достаточно мощный автомобиль, это энерговооруженные автомобили и быстрые автомобили. Поэтому уровень надежности, который обеспечивают шины, крайне для них важен. Есть ли какие-то особенности в строении каркаса или рисунка протектора? Здесь такое сочетание. С одной стороны, это шина летняя, с другой стороны, здесь добавлен тот элемент, который повышает характеристику. Это доказанный факт. И эта шина крайне эффективна, бывает тогда, когда температура уже начинает приближаться к тем заветным 7 градусам, а может быть даже и ниже, и когда вы еще не успели поменять шины, и что обеспечивает значительно большую надежность и уверенность на дороге. Владельцы автомобилей в сегменте SUV передвигаются не только по асфальту в городском режиме, но также и выезжают на менее хорошие дороги. Как эта шина ведет себя на грунтовой дороге, может быть, в грязевых условиях? Ну, несмотря на то, что эта шина в большей степени все-таки предназначена для эксплуатации по асфальту, по твердому покрытию, у нее есть также элементы, которые позволяют уверенно себя чувствовать и вне дороги. Нельзя сказать, что это совсем бездорожье, но если вам необходимо съехать с дороги для того, чтобы добраться до, например, до дачи или до реки, эта шина также позволяет достаточно надежно это сделать. Почему? Потому что у нее есть определенные грунтозацепы, что, собственно, не характерно для большинства асфальтовых шин. Грунтозацепы на боковинах находятся, которые позволяют ей вот в том самом рыхлом грунте, это может быть песок, это может быть какая-то не очень глубокая грязь, позволяют обеспечивать дополнительную тягу. Обратимся к нашему специалисту и посмотрим, как все эти технологии исполнены в резине. Шина Goodyear и Fishing Grip SUV. Какие у нее особенности? В первую очередь можно отметить, что шина очень щадяще относится к окружающей среде и при ее эксплуатации сведены к минимуму вредные выбросы в атмосферу. Ну и помимо этого, она обладает высокими сцепными характеристиками на сухой, на мокрой поверхности, имеет высокий уровень акустического комфорта и максимально возможную износостойкость. Если можно, чуть подробнее о топливосберегающей технологии. Эта технология носит название Fuel Saving и подразумевает под собой использование высокотехнологичных компонентов в составе резиновой смеси и облегченную конструкцию шины, что способствует снижению сопротивления качению и топливной экономичности. Что можно сказать о рисунке протектора? Эта модель имеет симметричный рисунок протектора с ярко выраженными широкими продольными водоотводящими каналами. Также можно заметить перекрестные ламели, которые эффективно разрывают водяную пленку и помогают эффективно выводить воду из пятна контакта.
Есть ли какие-то особенности в конструкции шины? Основной особенностью облегченной конструкции этой модели является то, что, несмотря на свой меньший вес, она способна удерживать максимальные нагрузки, которым может быть подвержена эта шина. Ни для кого не секрет, что компания Goodyear уделяет особое внимание поведению шин на мокрой поверхности. Модель Goodyear Efficient Grip SUV является ярким тому подтверждением.